Сегодняшний турнир показал, что ветераны живы в Украине. Огромное спасибо, отдельная благодарность президенту Европейской лиги Вадиму Каганову, Алексею Левченко, Алексею, который нас поселил. Турнир шикарный, встретились хорошие команды, люди отдохнули, получили удовольствие. Хочу всем командам пожелать на следующий год приехать, иметь такой же боевой состав и тот релакс, ту душевную радость, которую мы здесь получили. Всех с праздником, потому что победитель нет. Есть победило здоровье, победила ветеранская футбольная ассоциация. Ветераны Украины футбола будут так держать. Спасибо большое.